еще раз распиши, да, чтобы пустая не осталась. Сегодня с болью в сердце мы вспоминаем тех, кто ушел в этот трагический день 10 июля 2011 года. 3 года нас отделяет от того трагического дня, и эти 3 года никаким образом не сгладили горечь этой большой утраты в наших сердцах. Мы видели все. Мы видели всех, кого сегодня с нами нет. И, конечно, говорить здесь очень тяжело. Пусть будет земля пухом. Что остается нам в этом мире? Хранить память, терпение нам всем в эту трудную минуту. Надо сделать все, чтобы этого не было. Мы должны растить детей в памяти об этом событии. Я хотел бы пожелать, чтобы те, кто выжил в этот роковой час, чтобы эти люди жили счастливо, жили долго, жили дети, ушедших в этой катастрофе, долго и тоже счастливо. Құрбан болғандардың рухлары шот, орындары жәннәтте болсын. А вот этот венок, наверное, один венок. Я его чуть-чуть такой.